Ребятушки, привет из Витебска. Всех приветствую, всем спасибо. Каналу полтора месяца, 46 подписчиков. У меня есть первый хейтер, спасибо тебе, что ты есть у меня. Дизы поехали, наконец-то. Я уже думал, кто мне правду скажет. Ну ладно, значит так, сегодня мы зайдем в Евроопт, в котором я уже не был полтора месяца. 100% там что-то будет интересное. А до этого я уже немножко закупился в Детмире. Ну, в общем, на самом деле я туда не за машинками просто шел. И у меня были бонусы на карте, которыми можно было 30% стоимости оплатить. Поэтому стоимость вышла нормальная. Очень интересная история. Как вы помните, там последний раз висело 6 машинок из базовой коллекции. И в этот раз просто рядом был продавец. Я спрашиваю, ну, так и так. Говорю, неужели у вас так мало машинок? Он говорит, а вы коллекционируете? Типа, идемте, что-то покажу. И достает коробку. Телефон, к сожалению, в рюкзаке был, поэтому я уже, естественно, за ним не побежал. В общем, порылся. Там 20-й год, буквально, как она сказала, им такие маленькие коробочки приезжают. С 21-го там, может быть, машинок 10 где-то было. Но из интересного, взял себе, конечно, динозаврика, Treasure Hunt, Трицератрак. Урус желтенький взял, то в 21-м году он беленький, как-то, ну, скучноватенько. И вот такие вот две тачечки. Так что, ребята, если сейчас еще что-нибудь еврики прикупим, то у нас точно будет распаковка. Все, еще раз всем спасибо, все большие молодцы. Идем в еврик. Совсем забыл передать привет Мише Бычковской из Минска. Спасибо тебе, он написал мне в личку, говорит, загляни-ка ты в Пятый элемент. Там перед кассами тоже начали вывешивать Hot Wheels. Спасибо тебе, обязательно зайдем, посмотрим. Я такого не знал. Так, ну что, ребятушки, давайте посмотрим. Ценник, конечно, так себе без скидки. Смотрим, смотрим, ищем. И вот я уже вижу что-то интересное, что я раньше не видел. Корвет 55 18 года. Ну, я же говорил, везде какие-то остатки завезли. Слушайте, ну модели очень интересные. Посмотрим, может быть, возьмем. Acura Custom интересный. Там Twin Mill, School Shaker. Так, 20-й есть. Volvo моя любимая. Скейтбордист. Смотрим дальше унитаз. Вот эта вот машинка, которая мне очень нравится. Цвет. Вы гляньте, Lamborghini какая. Очень неплохая. Так, Honda. Flames. Shelby GT500. Чудесно. Вы гляньте, что. McLaren P1. Так, Фордик мой оранжевый. Газонокосилочка. ТХ-шечка есть. Синий Поршик. О, достаточно прикольный Ягуар. Есть у меня такой. Это я его купил еще в те времена, когда в ГИПа было два по цене одного. О, продолжение полезных машинок. Гаечный ключ. Прикольно. Honda S2000. Желтенькая. Круто. Я такой, конечно же, купил себе уже есть. Смотрим дальше. Так. Chevy Silverado. Снупи. Интересно. Honda черная. А черная Honda это какого? 19-го. Видите, такие наборы можно с 19-го. Серый. Не видно какого года. Ну, прям всех цветов можно собрать, если по городу походить. Смотрим дальше. Манго Тюнер. Слушайте, ну новья вообще не вижу. Наверное, только старый. Вот этот вот какой? 20-й. Мусоровоз. Так, так, так. Все, смотрим, смотрим. А вот бандит какой-то интересный. Так, корвет перевешиваем. Так, получается, если у меня... Подождите, если это бандит 20-го года, то какого года у меня, который пришел с Wildberries? Надо будет посмотреть. Так, так, так. Так, так, так. Все, повторочки, повторочки.
Ничего интересного. Повторки. Формула. Мотоцикл BMW. Недурно, недурно. Пиксель шейкер. Еще один корвет. Джеймса Бонда машинка. Угу. Лайкосик. Так, смотрим дальше. Трековая машинка. Газонокосилки продолжают наполнять Витебск. Уже вторая. Причем на одном стенде. При желании по Олимпиаде тоже можно немного машин насобирать. Но, судя по всему, новых кейсов нету. И здесь последний ряд остался. Акура NSX. Так. О, синенький Dodge Dart. Обожаю эту машину, уже говорил. Их тут даже две. И такая тоже у меня есть. Bone Shaker. Ну, ребят, ну, похоже, все. Сверху какие-то скрытые. Ничего интересного. Да, ну как-то так. А. Боже мой, кто это? Чудище какое-то. Из серии X-Racers. Судя по надписи, 20-го года. Ага. И еще газонокосилка. И еще пистон. Да. У нас эти трэжи-хант совсем не трэжи-хант. Ну, как-то так. Ребятушки, ну извиняйте, старым мейном вас закидываю. Но у меня просто его еще нету, поэтому... Ну, машины действительно интересные. Много чего попадается, и когда подвозят старые кейсы, чего я еще не видел вживую. И прям вот... Вот как-то так. Ну что, я хочу сказать, там на распаковку уже очень много насобиралось. Так что давайте. Сейчас в ближайшее время будет распаковочка. Всем пока.